сегодня у нас небольшое добавление до обычного набора. Наконец-то мы сделали второй охладитель. Надеемся, что теперь даже не два раза быстрее сможем охлаждать, может чуть больше. Потому что он по длине спирали, соответственно, по объему воды больше, чем два раза. Мы будем набирать сеткой и сюда высыпать, выливать. И потом уже то, что последнее останется там на дне, мы выберем большой и уже до конца доберем. Также, как я определяю, сколько форм должно быть. Я знаю, что выход приблизительно вот первичный, еще до посолки, до всего, где-то 11,5-12%. То есть из 10 литров, ну, то есть из 100 литров получим где-то 11,5-12 килограммов сыра. Так, да. И я наш объем сегодняшний, где-то 260 литров, делю на это и получаю в результате по 2 килограмма. Если будет головка сыра, то я получу вот количество где-то 16 головок. Молоко охладилось в этот раз не за час 10, час 15, а за минут 40. Так что результат вот этой штуки и не только плюс 100 вместе нас порадовал. В идеале, конечно, лучше, чтобы была цельная ткань. Мы еще не обзавелись ей, такая, что тянется. И потом можно будет, конечно, удобнее все эти вот сырные формы наполнять. Оно будет тянуться равномерно, не будет никаких вот складок, как получились у нас. Сейчас, правда, практикую, как лучше сделать. Первый раз я переворачиваю обратно ткань. И после того, как мы закончим вот первый переворот, растопим снова печь для того, чтобы сделать рикотту. И тогда я уже снова его переверну обратно в форму, но без ткани. И тогда будем немного друг на друга их складывать, для того, чтобы они прессовались между собой. Таким образом я обойдусь без пресса. И получится у меня такой сыр, самый прессующийся все-таки. Именно таким образом вот это можно делать. И если, конечно, посмотреть на эти формы, то кажется, что они такие высокие. Но на самом деле он еще сядет и будет ниже верхнего бортика, так что получим в результате где-то головки по 2-2,5 килограмма. Ну, снова будем смотреть потом, как получится. Первый раз делаем именно со всего молока вот в таких формах. И я думаю, об этом еще вам смогу показать в следующий раз. Если интересно, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк и будем продолжать дальше делать сыр.